Привет, мои дорогие! Насмотрелась я ваших видео о винтажных штучках. Пошла, по амбарам помела, по сусекам поскребла. И вот такой у меня получился малюсенький колобочек. Конечно, в сравнении с вашими сокровищами это слезы, но хотя бы. Здесь такая у меня, в общем, все, что попало. Сейчас сами убедитесь. Начну вот с такого кошелька, замшевого. У него верхушка под дерево, застежка, но это пластик. Вот такой кошелек. Мне его свекровь дала, он у нее там лежал. Я как увидела, говорю, ой, мама, какая вещь классная. Она говорит, ну возьми, он у меня просто лежит. Я им тоже, честно говоря, по назначению не пользуюсь. Он уже вот такой чуть-чуть потертый там тут. Вот видите, блестинки уже такие, замши немножко. Но, тем не менее, внутри вот такое. Это какая-то вот, как будто бумажная. Что-то бумажное. Ну, в общем, вот такой кошелечек. Очень симпатичный. Не знаю, это кожа или под кожу вот эти сердечечки. Ну, вот такая вот вещь. Потом вот такая у меня есть малюсенькая сумочка. Золотистая вся. Такая красивая тоже. Тоже винтажная вещь. Вот. Сейчас. Вот внутри она такая тканевая. Тут кармашек маленький. Она, по-моему, вот с тех наборов, если я не ошибаюсь. Хотя нет, похоже, но нет. Вот эти наборы, помните, там был кошелек, очечница, такая еще вещь там с зеркальцем и с расческой маленькой. Девочка как-то на форуме продавала, и я не успела, меня опередили. Я так хотела, я помню, у моей тети был такой набор. Мне он так нравился, она нам давала периодически так с ним чуть-чуть поиграть. Вот. Вот такая, в общем, есть у меня сумочка. Потом вот это бархатный кошелек, он новый, он у меня лежит в упаковке, я его вот только достала, чтобы показать вам. Это индийские украшения, по-моему, это ручная работа, хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть, это такое заводское серийное производство, не знаю. Здесь вот такие какие-то камушки, не камушки, бусины, они похожи на лунный камень, но это, естественно, не лунный камень. Вот такой кошелек, он совершенно новый, здесь атлас, здесь бархат, даже вот здесь сохранилась вот артикул, цена, правда, не написана, ну вот написано, а, да, ручная работа, да, написано handmade in India, а, ну все, да, значит, ручная работа, отлично. Вот его можно будет куда-то взять так, на концерт или еще куда-нибудь там. О, сейчас я вам что покажу. Значит, быстро расскажу предысторию. А моя покойная бабушка любимая, которая нас вырастила, так как родители рано наши погибли, ушли из жизни. Ну вот, не будем о грустном. Алла рахмет илясин у нас говорят. В общем, у нее была аллергия на духи, на любые ароматы, кроме, если кто помнит, вот это, вот в таких было деревяшечках розовое масло. Единственное, чем она могла пользоваться, единственное, что она себе покупала. Тут, естественно, пусто, тут уже даже вот такая трещина вот образовалась. Девочка тоже на форуме зачем-то продавала. Я как увидела, я думаю, господи, я должна это купить. Это такая память. В общем, купила. И вместе с ними я купила, значит, вместе с ним вот такой флакончик тоже. Здесь написано Болгария. Тут тоже было какое-то масло. Вот. Мне так нравится. Я прям в детство окунаюсь вообще с головой. Вот такая вот. Здесь выжжена роза. Да, скорее всего, здесь тоже было розовое масло. И вот такой флакон. Вот, тоже деревянный. Тоже весь такой вот. Тоже здесь написано. Если видно, должно быть видно.
Вот, Болгария. Тоже вот такая красота. Вот. Лежат. С ними я не расстанусь ни за что на свете. Мы когда переезжали в эту квартиру, я собирала, и муж мне говорит: «Господи, зачем тебе это надо? Да выброси». Я говорю: «Нет, ты что? Я не могу, это такая память». В общем, потом закроем. Дерево уже ссыхается, немножко сложно их закрывать. Так, вот. Потом есть у меня вот такой гребень. Это тоже несовременная вещь. Здесь какой-то такой синий камушек и такие синие какие-то бусинки. Это стекляшка какая-то. Но это не пластик, это стекло. Цвет такого состаренного золота. Вот такой гребень. Сказать, что я его ношу, конечно, нет. Но мне почему-то он так понравился, и я его купила. Достаточно давно тоже девушка продавала это как винтажную вещь. И вот он у меня просто лежит. Просто. Не знаю, нравится безумно и лежит. Потом есть вот такая вещь, брошь. Она тоже несовременная. Она, кстати, маркирована, но я как ни старалась, как ни пыталась, я прочесть не смогла маркировку. Сейчас я вот покажу, где она находится. Резкость наведется. Вот здесь какая-то маркировка. Но от того, что вот это все блестит, она отсвечивает, и никакой возможности прочесть нету. Но я знаю, что эта вещь несовременная. Но здесь имитация жемчуга, здесь жемчуг не натуральный. Вот такая вот брошь. Она очень нежная, красивая. Ну и венец всему. Есть у меня вот такая брошь. Это последнее, что я вам сейчас покажу. Все, что у меня есть из винтажа. Вот такая брошка. Это Чехословакия. У нее состояние идеальное. Внутри вот чуть-чуть она потертая, а вот все камни, все вот она так прям играет на свету. Мне так нравится. И все камушки, они держатся на не на клею, ну, как обычно, да, вот, вернее, как обычно сейчас на украшениях, а именно вот на таких закрепочках. Вот. Резкость как-то не хочется у меня наводиться. Вредничает телефон мой. Ну ладно, не буду тратить время. В общем, понятно. Да она небольшая. Я так жалею того, кого я купила эту брошку. Она тогда продавала еще одну винтажную брошь. А я как-то сглупила и не взяла. Сейчас жалею. В общем, вот так, мои дорогие. Все, что у меня есть. Возможно, будут какие-то пополнения со временем. Посмотрим. Ну все, всем спасибо за просмотр. Всем всего доброго. Пока.